Всем привет, друзья! Сегодня делаем облицовку фасада вот таким вот образом. Имеется такой фасад. Будем класть фагот. Фагот шириной 6 сантиметров. Для этого нам понадобится пруток восьмерка квадратный. Берем пруток, ложим на нижний шов. Наносим раствор. Все это дело выравниваем. И кладем фагот. Пристукиваем. Для надежности проверим уровнем. Итак, после кладки вот что у нас получается. Опять кладем кирпич. Пристукали. Пруток вынули. Подровняли вертикальный шов. Тоже при помощи прутка. Таким образом получаем вот такой вот фасад после кладки фагота. Еще, например, можно сделать вот такой вот стол. Сверху ляжет столешница, камин. И, например, можно еще сделать вот такое вот крыльцо, тоже с фагота. Итак, подписываемся на канал, ставим лайки. Всем спасибо за просмотр.